«Эхо Москвы» в Уфе и Уфимский городской союз чувашских женщин «Саламби» представляют рубрику «Говорим по-чувашски». Бобер. Хондер. Бобер разгуливал. Хондер джипса жюрене. Бобер разгуливал. Хондер джипса жюрене. По улицам Нефтекамска разгуливал бобер. Нефтекамск урамзем дырых хондер джупса жюрене. По улицам Нефтекамска разгуливал бобер. Нефтекамск урамзем дырых хондер джупса жюрене. Эхо Москвы в Уфе и Уфимский городской союз чувашских женщин «Саламби» представляют рубрику «Говорим по-чувашски».